Всегда нужно помнить один очень важный момент, что такое сектантский дух. Сектантство означает часть, сектор. Да, и веды никак нельзя отнести к части. Нет видов знания, которые не описаны в ведах. Нет концепции Бога, которых нет в ведах. Понимаете? Вот. Любое вид знания, любое понимание Бога объяснено в ведах. Так или иначе. Поэтому само ведическое представление нельзя считать узким. Это просто невежество. Да? Это просто факты. Вот. Я намного глубже понял и Коран, и Библию, когда я начал изучать веды.